Всем привет, с вами снова Сергей Лайф, и в этом видео я хотел с вами поделиться одной новостью. И заключается она в том, что мы открыли для нашего проекта новый магазин. Сейчас вы его видите на своих экранах. Так выглядел наш старый магазин. Он на самом деле во многом уступает нашему новому магазину, но создавался он для тех целей, чтобы проверить, вообще вот эта деятельность, она стоит того, чтобы ей заниматься и уже вкладывать в это большие деньги и время. Ну и поскольку вы видите вот этот новый сайт, это говорит о том, что, конечно, это того стоило, и мы будем продолжать улучшать наш магазин для вас. И давайте я сейчас коротко покажу основные особенности, которые мы тут вот воплотили. Давайте для примера вот откроем микрофоны и посмотрим, что у нас тут есть. Главная особенность — это вот наличие продуманных мной фильтров, очень удобных, на мой взгляд. И делаю я их для того, чтобы вы очень быстро и легко смогли найти именно то, что вам нужно. Ну вот давайте представим, что нам нужен микрофон для малого барабана, и чтобы этот микрофон крепился именно на сам барабан, ну а не на стойку. Здесь все это предусмотрено. Вот мы можем с вами выбрать целевой инструмент. Дальше тип установки, вот с креплением на инструмент. И таким образом, двумя такими простыми движениями, мы с вами получаем все микрофоны, которые можно установить именно на сам инструмент. Ну, как видите, вот, к примеру, у этого тоже есть специальный вот такой держатель. Не обязательно комбинировать фильтры. К примеру, вы можете выбрать с креплением на голову, и таким образом покажутся все микрофоны с креплением на голову, на одежду, это соответственно петличные, ну и так далее, даже, к примеру, есть подвесные. Очень легко и быстро найти USB микрофоны. То есть таким образом вы получаете нужные вам микрофоны, их список, и вам остается только определиться с ценой. Давайте рассмотрим еще один пример. Во многих магазинах для меня очень большой проблемой было найти нужный мне кабель. И это просто, ну, могло затянуться на час для того, чтобы найти то, что мне надо. И поэтому, когда я делал здесь, у нас данный раздел, я обязательно продумал это все, и чтобы нужный кабель можно было найти очень легко. И самое главное, быстро. Но давайте представим, что нам нужно найти все кабели типа джек-джек. Для этого я открываю разъемы и вот здесь выбираем подобрать. Вот таким образом мы нашли. И как видите, у нас здесь, ну здесь, наверное, плохо видно, но здесь в основном моноджеки. Но также есть возможность выбрать стерео или моно варианты нам нужные. Ну вот я выбираю стерео. И таким образом я быстро нахожу нужные мне балансные джеки. Давайте отключим и представим, что теперь нам нужно найти кабель, который также джек-джек на концах, но который имеет раздвоение, то есть один джек на одном конце и два джека на другом конце. Здесь это также очень легко сделать. Вот, к примеру, выбираем 1-2, то есть у нас вот выбран разъем джек-джек и 1-2, подобрать. И как видите, вот двумя буквально движениями мы находим все кабели, которые у нас есть в данном формате. Также есть 2-2, то есть, как видите, вот. Ну и здесь вы, соответственно, можете выбрать любые нужные вам разъемы. Ну, вернее, не любые, а которые есть у наших поставщиков. Еще один из удобных фильтров здесь же, это также длина. Ну вот, к примеру, мне нужны все джек-джек, полутораметровые. И чтобы они были моно, то есть инструментальные. И вот, пожалуйста, я нахожу все вот такие кабели. Как видите, здесь находится кнопка «Скрыть под заказ». Ну, тоже для удобства, то есть то, что есть прямо сейчас в наличии. Также не забывайте о главной особенности нашего магазина. Это то, что к вашей покупке в качестве бонуса могут идти бесплатные видеокурсы. Давайте здесь сейчас посмотрим.
Вот, под товарами присутствуют вот такие вот значки, и здесь представлена информация, что они означают и сколько видеокурсов доступно к такому товару. Ну вот, к примеру, где вот такой значок 4 подарочных видеокурса, в таком случае вам доступно 2 подарочных курса от Вики Саунд, то есть от меня, и 2 от любого другого проекта. Как видите, здесь представлен я и вот наши друзья, которые также предоставили свои видеокурсы. И вот здесь они ниже представлены. Ну и я вот подсчитал, к примеру, сколько максимальная выгода при покупке товара, у которого доступны 4 подарочных видеокурса. Это порядка 15 тысяч рублей. И давайте, к примеру, посмотрим, что вы сможете получить, если, допустим, захотите купить у нас пару мониторов таких брендов, как Head, Genelec, Focal, ну вот, примеры такие. И вот, допустим, вам приглянулись вот эти Genelec, давайте их добавим. И вот здесь, как видите, к данной покупке будут доступны в подарок 8 видеокурсов, то есть потенциальная выгода до 30 тысяч рублей. Что, на мой взгляд, очень неплохо. Работа над сайтом велась мною, в общем-то, на протяжении всего лета, даже весной немного. Приходилось мне работать за 5 человек, и поэтому, к сожалению, отдохнуть мне совершенно не получилось за это лето. И, кстати, именно поэтому так долго от меня не было никаких видео. Но сейчас мне потребуется, конечно, некоторое время для того, чтобы отдохнуть, и обязательно в будущем вы увидите на канале новые обзоры как плагинов, так и оборудования. Также различные видеокурсы. На самом деле много тем за это время скопилось, о которых бы я хотел с вами поговорить, о некоторых рассказать, показать некоторые фишки. Поэтому не расстраивайтесь, что меня не было так долго. Вот я работал. И обязательно в ближайшем будущем вы все это увидите на канале. Ну а сейчас вас приглашаю посетить наш новый магазин и оставить под этим видео комментарий, что вы думаете. Всем спасибо за внимание, с вами был Сергей Лайф и до новых встреч!